Следующая юмористическая зарисовка. Домбровский дилетант скандалов. Слышал про Домбровского? Он везде и никуда. Как это понимать? Ну, он занимается всем, чем только можно. Организует творческие проекты, участвует в общественных движениях. Комментирует резонансные события в городе. Звучит как много работы. Да, но вот проблема. Дилетант занимается всем, но профессионал делает что-то одно, но на очень высоком уровне. И что это значит? Ну, значит, что Домбровского может быть везде, и никуда. Но он не будет ни здесь, ни там настоящим профессионалом. То есть он распыляется понапрасну? Именно. Но вот хоть он и не профессионал, но его скандальные акции в Одессе всегда вызывают интерес. А в чем заключается его талант? В том, что он умеет поднимать шум и привлекать внимание. Вот только иногда это бывает на уровне звука без смысла. Ваши аплодисменты.